Задать вопрос чиновникам в интернете и получить онлайн-ответ. Интересная форма взаимодействия народа и власти. Ответить за все правительство на вопросы пользователей всемирной паутины решил руководитель комплекса внутренней политики региона Андрей Кабанов. Список тем широчайший, более 20 вопросов. Пользователей сети интересуют очереди в детские сады, помощь малому предпринимательству, украинские беженцы и карьера самого Андрея Кабанова. Начальник комплекса внутренней политики ответил, что очередь в детские сады перестанет существовать к 2016 году, переселенцам с Украины будет оказана максимальная помощь, а сам он на пенсии напишет книгу о неформальной жизни Иванова. Не обошлось и без вопросов благоустройства. Жителей деревни Афанасово Ивановского района интересовало, когда на их улице появится асфальт. Новые дома коттеджного типа, и на сегодняшний день они не введены владельцами в эксплуатацию. По каким причинам, это не совсем понятно. Люди там, естественно, не встали на регистрационный учет, поэтому эта улица на сегодняшний день считается, грубо говоря, незаселенной. И прокладывать там асфальт на сегодняшний день в условиях дефицита районного бюджета администрация считает нецелесообразным.